Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем проходить Wolfenstein The Old Blood. И добро пожаловать в нашу четвертую главу, если я правильно помню. И сейчас глава у нас называется «Бегство». Как ни странно, но мы уже практически с начала игры, то с тюрьмы-то убегаем, то с крепости убегаем, то сейчас, хотя, в принципе, вот сейчас мы с крепости убегаем, да? Но все же посмотрим, ребята, сколько нам еще раз придется убегать туда-сюда. Посмотрим, ребята, конечно же, мы посмотрим. Сейчас я просто смотрю, куда бы нам пойти и что нам тут нужно делать. Это что вообще за фигня? Обнаружен сигнал какой-то. Ну, как мне кажется, сейчас тут куча народу будет. Хотя, фиг его знает. Но 100% нам нужно сюда наверх забираться. Ой, там что-то было. Ага. И не очень бы хотелось, чтобы нас сейчас спалили. Поэтому, ребята, сбежать на фуникулёре. Ладно, сейчас мы фуникулёр попробуем найти. Это опасный чувак, с ним лучше вообще... Спалили? Да, вроде нет. Ой, с ним лучше вообще нафиг не связываться. Это опасный чувак. А вот нас и спалили, ребята. Твою мать. У меня кончились патроны, я просто-напросто не успел его добить. Где ты, паскуда? Где ты? Ребята, это очень хреново, но, в принципе, это же Wolfenstein. Тут чем больше народу на тебя топает, тем веселее. Можно и так сказать. Но не... Это еще где? Вижу тебе, паскуда! Нет, ты от меня не спрячешься. Мы так и так вас всех нафиг тут перебьем. И только тогда мы отсюда выберемся. Ну, в принципе, по-другому, наверное, никак, да? Так, мне просто интересно, куда нам нужно идти. Ну, вот этих можно, конечно, простенько убить, но вот того громадину, да, ну, как бы, робота, что ли, как-то, если честно, даже трогать не хочется, потому что, ну, он настолько жирный, что мы просто-напросто все свои патроны... Ой, это еще откуда? Мы просто-напросто все свои патроны потратим, и так его и то толком и не убьем, если честно. Патрончики... Что там было? Ага, бронька, замечательно, замечательно, замечательно. Я даже не знаю, ребята. Ну, мне казалось, что нам вот отсюда нужно... Ой, это еще откуда? Это еще откуда? Помогайте, помогайте, ребята, вы что, молчите? Я без вашей помощи никак не обойдусь. Да откуда меня нахрен фигачат? Ну, этого убили. Тут еще кто-то был. А тот чувак куда пропал? Так. Жопа вам. Где наша пушка? Так, этому жопа. Этому тоже жопа. А вот эта громадина... О, это круто. Это хрень. Но он жирный, очень жирный. Не-не-не, он... Ух ты ж! Он нас практически убил. Так, ладно. Что это за хрень? Боевой пистолет. Я с вами, ребята, хотел уже прощаться, но нет, он нас не смог убить. О, нам сюда, да? Да. Ага, я понял. Сюда. Если бы я знал, я сразу бы сюда залез, да и все, и даже бы не парился. Он вроде через окна, как бы, не знает, стреляет двери, не знает, открывает. Да, в принципе, там, походу, двери закрыты, да, если мы через потолок забираемся. Ну, через крышу, что ли. Я надеюсь, ты сюда не войдешь, зараза. Так, о, золото какое-то нашел. Ну, в принципе, это как... Всякие спрятанные секретики, да?
Фу, ну что, ребята, перед тем, как мы будем это все включать, выключать, будем отсюда выбегать, давайте мы сначала полностью перезарядимся, потому что... Видите, что снаружи там нас многое чего ждет. И сначала нужно все-таки перезарядиться. Так, все замечательно. Можем включать вот эту хрень. Ага. Пока что смотрим. О, новая партия врагов надвигается, ребята. Так, сейчас, да. Вот вы навалились, а. Так, ну, того громадину, конечно, было бы лучше убить, потому что он, если честно, уже так надоел, что вы себе не представляете. Но я его хрен убью, ребята, там столько времени требуется, чтобы его завалить, что это с ума можно сойти. Поэтому я, наверное, его даже трогать не буду, а просто-напросто будем вокруг него бегать, да и все, и не париться по этому поводу. Да вашу мать, вас как-то там слишком много, если честно. Хотелось бы, чтобы нас сейчас убили, потому что вот этот весь процесс... Зачем я это сказал? Не представляю. Только не говорите, что нам сейчас все... Ага, ну хотя бы отсюда, не так уж и далеко. Я думал, прям, знаете, сначала вот этого. Так, ладно. Круто вы тут... Ух ты ж, круто вы тут заспавнились прям передо мной нафиг. Здрасте, пока. Ой, сейчас мы пока, да, патроны кончились. Ну, не кончились, а перезарядка. Так, тут ничего, ничего. О. Так, ну что, зараза, идите сюда. Где вы? Я вас тут жду. Ух, граната. Ух, нифига себе, сразу даблкил. Ну да, в принципе, этот дробаш, он на такое расстояние не стреляет. Так. Как я отсюда свалить уже хочу? Их тут реально очень много. А мы можем их просто-напросто обойти. А, я видел, ребята. Смотрите, мы сейчас просто... А, вот. Так нам сюда и нужно. Просто нам нужно было вот этот дверь открыть, да, чтобы он смог отсюда выехать. Я понял, ребята. Вот сейчас я понял. Ага, ну, в принципе, мы все правильно сделали. Сейчас мы уже... Уже нас даже не тронут, потому что мы уже отсюда сваливаем. Были бы умные, заново бы двери закрыли. Из замка Вольфенштейн сбежал заключенный. Все охране боевая тревога. О, какой город красивый. О, извини, стеклышко. Так. Ну, я не знаю. А может они за нами сейчас следовать будут? То есть под таким же фуникулером, как и мы сейчас? То есть рядом нужно будет вот так отстреливаться. В принципе, это всегда эпично. Я прям, ребята, я прям нафиг предсказатель какой-то. Я не успел вот это сказать, и как видите, они сразу возле меня появились, и мы действительно сейчас отстреливаемся. Я прям знал. Я не проходил эту игру, честно, ребята. Я просто прям как знал, знаете. Да. Почему я буду париться, если у нас есть... Опа, хедшотик. Опа, хедшотик. Эта хрень двигается? Ага, они похоже... О, это они типа гранаты, да, кидают? А гранаты нам не нужны. Не нужны, спасибо. А как прицел включить, ребята? Ребята, как прицел включить? Скажите мне, пожалуйста. Что это за звуки нахрен? Как... Ага, это я что нажал? Ага, X. Ну, с прицелом, конечно, намного лучше, чем вот так, да, вот, стрелять. С прицелом, конечно же, лучше. Здрасте, я вообще-то тут.
Здрасте. Ага. Это типа они остановили вот эту хрень, нам нужно сейчас выбираться. Хедшотик тебе, паскуда. Хедшотик тебе, паскуда. Хедшотик тебе, паскуда. Кто еще? Ну кто сюда идет на снайпера Эдисона, да? Так, сейчас. Ага. Ну, как всегда, труба нафиг нас выручит в любых ситуациях, да? Так, что я тут забыл? Ага, а двигаться мы дальше, к сожалению, не можем. Вызов подкрепления. Нет, ребята, спасибо, но про подкрепление нам не очень так нужно. Так, ну что, потопали. Потопали, ребята. У нас сразу берем два автомата. И сразу мы его так нахрен расфигачиваем, да? Так, опа. Это мы пособираем, это нужно, нужно, нужно. И потопали, ребята. Потопали, нафиг, валить этих фашистов. Так, откуда? Всех перебили? Вроде, хрен его знает. Нет, не всех, я слышу, как они там еще топают. Ну, сейчас вроде уже всех. Нужно собирать патроны. Патроны тут вообще нафиг офигеть, как быстро кончаются. Ну, в принципе, не убивай нас, пожалуйста. Фу, мы успели. Ну, в принципе, да, мы с двух рук стреляем, что мы вообще ожидаем, да, если мы так их быстро расходуем. Ты же нафиг, засада. Так, ага, ага, все, все собираем. Тут припасы всегда важны, в принципе. А, еще раз, еще раз. Мы сейчас будем сражаться с этими паскудами. Так, ну ладно, давайте мы отсюда выбегаем. Добраться до моста. Так, это вообще откуда у меня стреляют? Ух ты, ага. Ну а что вы ожидали? Что вы нафиг ожидали? Что мы... Пощады вам не будет. Пощады вам, фашистам, не будет. И заодно собираем с них патрончики. Патрончики. Это еще откуда? Так. Опа. Круто, круто, круто. Это что у нас? Патрончики тоже. К нам сюда топают? Засада. Нет, засада у тебя, дружище, не получилось, к сожалению. Но отличная попытка, отличная попытка. Но мы продолжаем двигаться далее. Да, вот сюда. Бегство. Я не удивлюсь, если нас вот сейчас вот этой хренью сбьют ракетой, и мы опять куда-то упадем куда-то в какую-то яму, в какую-то пещеру, потом с пещеры выбираться, выберемся наружу, опять сядем в какую-то машину, поедем дальше, нас опять там расстреляют, мы опять будем выбираться, выдвигаться, и, короче, до конца игры мы просто-напросто будем выбираться с этого помещения. Ну, видите, тут то же самое, опять наверх забираемся. Я прям, ребята, уже не знаю, какой раз я угадал. Только сказал, что вот сейчас опять... Я прям... Какой-то предсказатель сегодня. Честно. Так, это я вообще где нафиг? Куда мне плыть? Ага. Я сказал, что вот к нам сейчас сбоку подлезут туда вот эти фашисты на вот этих тоже фуникулерах, и мы будем отстреливаться с одной стороны на другую. Сразу же пришли. Только сказал, что нас... Ну смотрите, ребята, только сказал, что вот сейчас опять вот эти самолеты на нас будут нападать, сейчас бьют нас ракетой, и мы куда-то упадем вниз, в какую-то пещеру, потом с пещеры будем... А выбираться. Мы упали куда-то в воду, выбираемся, ребята, с пещеры. Совпадение нафиг, то, что я два раза подряд вот так угадал. Не думаю. Я прям предсказатель сегодня какой-то нафиг. Вот реально, посмотрите, пещера.
Так, ну... Запалили? Да твою мать. Ладно. Жопа тебе. А тот где? Перезарядочка. Квикскоу. И хедшотик заодно тебе. Ну а чё ты ожидал нафиг? Так, ладно. Тут всех мы перестреляли. Ух ты, нифига себе куча всего тут. А это мы, конечно, всегда будем... Ну, как бы, в принципе, Wolfenstein на этом и сделан, что вот эту хрень, вот эти перепасы всегда нужно собирать, потому что их тут просто нереально сколько раскидано. Ну, и они, в принципе, всегда полезны, да? То есть, хоть сколько бы там этих припасов не было, они нам всегда пригодятся. Так, я как понимаю, нам... Ну, мы можем туда пойти, да? То есть туда внутрь, дальше продвигаться по пещере. Но зачем, если... А хотя, может, даже вот тут место для какой-то пасхалки, что ли? Как мы тогда Йорика, да, нашли? Ну, как бы вряд ли. Ага, это просто мы дальше продвигаемся, да, и все. Ну, вроде пока что нас не запалили. Это круто. Хотя такими способами, как я тут играю, да, просто на, вроде по стелсу, но напролом просто-напросто топаю, только... Вот иногда, это иногда бесит, когда мы ему столько пуль всаживаем, и он не умирает. Ага, опять нас запалили, да вашу мать! Я хочу в эту... Во! Ага, ну мы его и так не убили. Назад... Сейчас мы этого чувака пару хедшотиками расстреляем. Вот так. Ну, ему просто-напросто в голову нужно стрелять, да и все. Вот ты... Опять мне засаду тут устроили. Квикскоу. Ага. А, не, попал. Ноускоу. Так, ну... Они иногда умирают с двух... Вашу мать, они иногда умирают с двух выстрелов. Ну как бы, им просто-напросто в голову нужно стрелять, да и все. Да твою мать, эти пулеметы. У нас уже сейчас патронов не останется в нашей снайперке. Улучшение брони. О, это круто. Почему только сейчас открылось? Было бы круто, если бы раньше. Но все же и так, спасибо. А, паскуды, идите. У! Не успел сказать, паскуды, идите сюда, они как на меня сразу поперли. Зря же тут, наверное, пулемет, да, поставили. Но все же, больше, наверное, их не будет. Поэтому, ребята, топаем дальше. Так. Твою мать, я чуть не обосрался. Так, нужно как какие-то действия. Я, честное слово, не представляю, как вот эту гниду убивать. Он всегда такой... Он всегда такой нафиг жирный, что его хрен убьешь, если честно. Ну вот этими мини-ракетами, что ли, я его пытаюсь убивать, но... Это, в принципе, не очень помогает. Так, если мы друг друга будем перестреливаться, то это, в принципе, ни хрена не поможет. Ну, иди сюда. Или он туда просто-напросто не сможет пройти. Как я вижу, это действительно вот так. Он туда не может пройти. Круто. Поэтому нам нужно будет сейчас его вот так убивать, да, и все. А, нифига себе. А, все, мы его убили. Как-то раньше намного сложнее было. Ну, ладно. Нам-то лучше, если мы его так будем убивать. Так, бронька, бронька. Не, давай. Ну идите сейчас, когда у меня пулемет есть. Давайте, я вас всех буду очень рад видеть, фашисты, нафиг. Так, тут ничего, ничего, ничего замечательно, мы можем выбираться. Ух ты, стоять. Ух, ни хрена себе.
Так, это откуда еще нас стреляет? Снизу или сверху? Ну, вроде все, вроде мы убежали. Фу. Я прям реально предсказатель сегодня какой-то. Когда я, да, в середине серии предсказал, что сейчас мы в пещеру пойдем, потом еще с пещеры будем выбираться. Ну, конечно, ребят, это же Вольфенштейн, тут все так просто не может быть, что ага, вот, крепость, залезли, сбежали, и все, прошли куда-то в другой город. Мы уже там, больше нам ничего не нужно делать, сейчас выполняем миссии в том городе. Конечно, так не будет, это действительно просто-напросто. Вольфенштейн, тут, чтобы добраться до какого-то города, нужно пройти 10 городов, а между теми 10 городами будет еще 10 городов, потому что мы будем куда-то падать, и опять оттуда выбираться. Между теми 10 городами будет еще 10 городов. 10 всяких локаций, где нам нужно будет пройти, выйти, проскочить, и вот это все. Это реально, в принципе, так и сделано. Ага, ну я как бы надеюсь, что нам сюда, потому что, в принципе, там другого хода нету. Пулеметик, пулеметик, пулеметушка. Я надеюсь, ты нам еще пригодишься. А, ну все, покинут пещеры. Вот пещеры, я реально прям угадал. Найти таверну? Ни хрена себе. Я боюсь отпускать пулемет. Но, в принципе, круто, если бы мы его отпустили, потому что мы намного бы быстрее передвигались. Но нам и так его нужно отпустить, чтобы залезть с помощью наших труб. Трубы тут выполняют нафиг всю работу. Наверное, больше трубы выполняют, чем там пулеметы и вот это все. Ну, ладно. Они на этих трубах, в принципе, сделали всю игру. Воу. О, хрена себе так быстро. Опа! И мы тут. Мы на другом конце. Так, замечательно, замечательно, мы это собираем, конечно же, мы это все всегда собираем по пути, это много времени не занимает. И сейчас нас кто-то тут стукнет, да? Не? Ну, практически угадал. А да как вы нас заметили, ну вашу мать? Ух ты, я случайно, ух, граната, я случайно туда, если честно, стрельнул, и вот это все взорвалось, ну круто. Так, одного убили. Не, ребята, давайте-ка мы сюда забежим и будем отсюда их валить, потому что их там реально очень много. Вот так, по хедшотику, по хедшотику. Так, парочку убили. Еще вот этот жердяй остался. Жердяя тоже убили. Еще вот один остался. И этого тоже убили. И там я еще одного увидел, да, или мне просто-напросто показалось. Сейчас мы посмотрим. Ага, не зря же тут пулемет поставили. И все? Я думал, намного эпичнее будет. А вы мне хрень какую-то подсунули. Ну ладно. Топаем дальше. Побежали, побежали, побежали. Собираем патрончики по пути, как обычно. Сейчас, я что-то там видел. Хотя, в принципе, это, наверное, вот это. Fast, BJ. Ух, здрасте, мордасти. А, так вы уже нас тут поджидаете нафиг. Ладно. Ага, ага, ага. Не попадешь, не попадешь. Так, тут опять много всякой хрени, которую можно собрать. Патрончики, жизни. Ага, ла-ла-ла-ла-ла. Гранаты, гранаты. Ну, видите, тут много всяких вещей всегда спрятано. Это круто. Это вносит такое небольшое даже разнообразие в игру, что есть какое-то стремление даже по пути нафиг все собирать. Это еще откуда? Подожди, немного. Засада нафиг. Так, тут все потопали. Вот прям лег там и просто-напросто нас ждал, пока мы оттуда выберемся. Так. Машина. Ага, то есть мы. А, мы сюда приезжали. Ой, твою мать. А, то есть мы сюда приехали, да? Снайпера. Ой, я не могу назад зайти.
Так, там снайпера, ребята. Я попал, но я его не убил, да? Ну, сейчас убил. Снайпер. Хедшотик тебе, снайпер. Нет? Как ты нафиг еще жив? А вот тебе хедшотик. Нет? Кто? Откуда? Так, сейчас. Я прям нафиг снайпер. Там еще. Так. Вы разблокировали магазин, ага, бомбиштушка. Бомбиштушка какая-то. Ну, я знаю, что я неправильно прочитал, но все же прикольно звучит. Да, в принципе, намного больше патронов у нас стало. То есть раньше в магазине было 5 патронов, сейчас 10. Круто. А эта мне пушка очень нравится, если честно. Прям очень-очень. Я люблю снайперки, я уже вам ранее говорил. Я, в принципе, кто не любит снайперки, да? Задрали фашисты. Так. Дальше. Нам нужно сюда сваливать как можно быстрее. Тут мы не можем пройти. Тут мы не можем пройти. С другой стороны. Так просто. Так ты уже мог бы просто через окно залезть, да и все, да? Ну, ладно. Так, а зачем я сюда вообще пришел? Ага. Это вашу мать с этими трубами нахрен. Людям головы морочите, что человек не понимает, куда нужно идти. Ах ты ж, паскуда. Сначала громил нужно убить. Да сдохни ты уже. Ух ты. Ух ты. Так, ребята, серия уже долгая, я согласен, но все же она эпичная. Мы эпично отсюда убегаем с этого места. Я надеюсь, что сейчас уже вот эта глава закончится. Ух, твою мать! Как вот этот жердяй меня заколебал, вы себе не представляете. Ну, это как бы эпичный сейчас босс-файт, да? В конце вот этой главы, то есть в конце вот этого побега. Ребята, я запарюсь просто-напросто его убивать, я уже запарился. Жопа тебе! А, с пистолетом, да? Как... Ух ты, это... Он знает вот эту хрень расхреначивать. Патрончиков нету. Значит, вот это только осталось. Убили? Убили. Ух, зараза жирная. Ага. И, как всегда, сейчас на нас еще тысячи и тысячи фашистов попрут. В принципе, как... Как я его убил? У меня даже игра зависла, мышка заглючила, что само продолжало стрелять. Охренеть, ребята. Охренеть, сколько их там. Это просто охренеть. Вот эта собачура нафиг так эпично выскочила, что я даже не ожидал. Здрасте. Так, ну что, ребята. Это финальная миссия. Финальная часть этой главы. И как вы можете заметить, она реально эпичная. Потому что я уже запарился ее проходить. Я думал, эту хрень можно взорвать, но...
Раз нельзя, то мы просто тут спрячемся. И будем из-за этого укрытия всех валить. Тут... Ух, эта хрень сейчас взорвется. Ага, все-таки можно взорвать. Ух, как я уже запарился нафиг стрелять вас. Хедшотик. Хедшотик вроде. Вроде. В том-то и дело, что... Вроде. Ребят, я уже вас запарился стрелять, вас уже убивать всех нафиг. Ну, еще вот это, да, остался? Да ты ж живучий паскуда нафиг. Запарили уже, ребята, давайте все-таки уже на этом закончим, как видите, что это охренеть какая долгая миссия, но давайте еще, знаете что, еще давайте сюда хотя бы потопаем, мне кажется, тут уже сейчас будет финал, ну не финал, финал этой части, ну сейчас увидим, потому что я, если честно, уже запарился нафиг это проходить, именно сейчас я уже устал нафиг, если сейчас опять тут куча будет фашистов и нам нужно будет перестреливаться, то, наверное, уже, ребята, мы заканчиваем. Может, вам нравится, может, нет, я извиняюсь, но... Уже закончить нормально вместе, чтобы нас там не перебивали. А хотя, найдите таверну, а вот она таверна, ребята. Я бы стрельнул, но не могу, к сожалению. Ага, так вот уже, мы ее нашли. Billy Boy. Ребятушечки, ладно, да, ну давайте уже заканчивать. Some people just call me BJ. I like this better. You look like a BJ. Thanks, I suppose. Ladies first. Давайте уже главу заканчивать. Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Wusste das Passwort. А у вас так раскидано тут, я вижу. William J. Blazkowicz, US Military. Как вы там базарите, я пособираю. О, улучшение здоровья. То есть чем... Ага! То есть смотрите, ребята, ну это, в принципе, наверное, логично. Чем больше вот этой всей хрени вы собираете, тем больше у вас улучшений, да? То есть, если ты там собираешь, например, около там 10-20 всяких аптечек, да, то на 21-ю аптечку тебе там улучшится жизнь, да? Если ты там собираешь кучу патронов, да, то... Да... Охренеть. А я там сижу себе и отдыхаю. Смотрите, сколько у нас жизни. 400. Открыть люк в подвал. Ага, вижу. Давай, чувак. Беги. Ага, ну нам нужно будет их убить. Они в пивной, ломайте дверь. Нет, не будем ломать дверь, все, не нужно ломать дверь. На этом, ребята, мы уже заканчиваем. Я думал, что эта часть будет, в принципе, как предыдущая часть, там, да, за 20 минут мы ее прошли, но оказалось, что эта часть намного длиннее и понадобилось намного больше времени, как видите, она еще до сих пор не закончилась. Поэтому, ребята, на этом мы и заканчиваем. Вступайте в нашу банду крутых персов. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Буду очень рад, если вы это сделаете. И также, если вы поставите лайк и оставите свой комментарий. Это тоже мне очень приятно. Я тоже буду этому очень рад. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.